Здравствуйте. Меня зовут Валерий Худорожков, я из города Воркуты, Республика Коми. Я приветствую всех участников семинара и своего друга, замечательного, удивительного человека Нелию Вологдину. Немного о себе. Родился, живу и работаю в городе Воркута. То, что называется, где родился, там и пригодился. Работаю водителем скорой помощи. Есть семья, сейчас вот младший Никита, ему скоро 9 лет, выступает в роли режиссера. С большой уверенностью могу сказать, что какое-то время назад я остановился в своем развитии. Уровень негативных эмоций просто зашкаливал, перехлестывал, все было не так. Боролся я с этим миром, мир, естественно, отвечал тем же. Но мир, он знает все о каждом из нас и знает, что каждому из нас нужно. Всегда даются знаки, возможности, которые надо заметить. Происходят не случайные случайности, на которые надо обратить внимание. Так и получилось со мной. Попала какая-то книга, очень заинтересовала. Потом другая. Цепочка пошла, появились люди. Каждый вел к другому человеку, к другому автору. Так я познакомился с Нелией Вологдиной из Петрозаводска. Она меня познакомила с методом сахаджи-йоги. Я решил попробовать. Стал его практиковать. На тот момент я уже знал, что что-то надо делать с самим собой, потому что с этим миром совладать нельзя, не поработав с собой. И стал изучать. Все оказалось доступным, простым в освоении. Комплексы, соленые ваночки с водой. То есть освоил очень, в общем-то, легко. Что понравилось? Доступность, простота. Нет привязки к каким-то техническим средствам, к конкретному месту. И вот один случай я хочу рассказать. Я ремонтировал квартиру, производил ремонт, помогал своим друзьям. И то, что называется, стал просто-напросто постоянно, часто травмироваться. Когда в очередной раз я попал молотком по руке, то подумал, ну что-то здесь не так, может сама квартира не принимает меня, может что-то надо сделать. Сразу вспомнилось, что дом старый, квартира запущенная, возможно, очень возможно, что очень много энергии находилось там, разных, возможно, и негативных. И решил просто перед работой попробовать именно делать комплексы. Начал делать 7 комплексов перед работой, после работы. И удивительное дело, вот травматизм просто ушел. Редкие занозы, которые я не беру, так сказать, не рассматриваю как травму. Что еще хочу сказать? Встречаются люди, которым я тоже рассказываю, если есть люди, интересуются. А такие есть. И вот работая с врачами, работая водителем скорой помощи, с интересом выслушивают, некоторым я даже передал материалы. Вывод хочу сделать вот по такому случаю из своей жизни, что да, надо принимать меры вот в любой незнакомой ситуации, в помещении, в какой-то местности. Все везде ведь наполнено энергиями. Какие они, мы не знаем. Но защитить самого себя в наших силах. Конечно, я не исключаю и применяю то, что применял раньше. Это молитва, обливание водой. Тут каждый волен выбирать и подбирать для себя. Вот, что еще сказать? Еще могу спеть вам. Есть песни, которые идут со мной по жизни. И какие-то отходят, какие-то остаются и продолжают идти со мной. Песни разных авторов. И вот недавно одну песню я добавил вот в
свой репертуар, в свою... Когда очень давно кто-то мудрый сказал: мир нарочно устроен таким. Он не так уж и плох, но похож на вокзал, где мы вечно то ждем, то спешим. А когда вдруг заметим, что поезд давно ушел, и потерянных дней не вернуть, мы без лишних хлопот занимаем вагон чужой и в чужой отправляемся путь. А я знаю на свете немало умов, что умеют по жизни пройти от родимых домов до могильных холмов, ни одной остановки в пути. Им не нужно искать объяснений своей судьбе и жалеть ни о ком, ни о чем. Они смотрят на жизнь из окна своего купе, подкрепляясь надежным чайком. Я немало успел, но пугает меня одно, что я, обленившись пути, мимо жизни проеду, смотря на нее в окно, и уже не успею сойти. До свидания, счастья, добра и любви вам. Валерий Худорожков, город Воркута.